как будто бы не был. Словно он приснился нам во сне. Может быть, безоблачное небо, Новый год подарит вам и мне. Может быть, разгонит ветер тучи, станет и светлее, и теплее. Может быть, мы станем чище, лучше, тоже, и друг другу ближе и роднее. Улетают года, словно птицы в небеса. Время гонит, торопит, летит. Благодарность прими, мое сердце ты возьми. Жизнь тебе отдаю я сполна. Может быть, что воды Иордана из нас переплывет. Может, для кого-нибудь нежданно будет и последний Новый год. О, как мало судьбы. Мир вам, братья и сестры! Всех вас приветствую и поздравляю с наступающим Новым годом! Читаем Слово Божие, после чего будем просить благословения на это служение. Послание апостола Павла к евреям, 1 глава, 10 стиха. «И вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь, и все обвешает, как ризы, и как одежда свернешь их, и изменятся, но Ты тот же, и лета Твои не кончаются. Аминь». Господи Божий, Oh!
Тебя желает, то поспеши к нему прийти.